Ребят, всем привет, на связи Cloud Geo. Сегодня новое видео по новому блокчейн-проекту. Перед началом ролика прошу подписаться на телеграм-канал, там вы сможете найти всю важную информацию, которую я не могу вам дать в рамках своего YouTube-канала. Ссылочка будет в описании, обязательно подпишитесь. Давайте начнем. Сегодня поговорим про проект CryptoProphecy. Дословно переводится как «криптопророчество». И на самом деле само название данного проекта описывает то, чем нам будут предлагать в нем заниматься. За регистрацию в данном проекте сейчас дают бонус в размере $5 в токенах данного проекта. Как нужно зарегистрироваться, чтобы получить этот бонус, я расскажу в конце видео. Давайте сначала пробежимся по самому проекту. Я расскажу, что это, что здесь нужно будет делать и вообще как обстоят дела. В общем, как рассказывают разработчики, данный проект — это децентрализованная одноранговая игра по прогнозированию цен, в которой используются символы NFT. Разработчики рассказывают нам, что вам нужно будет сделать ставку и сражаться с противоположным игроком. То есть игра будет проходить в режиме онлайн, и вы будете сражаться против другого игрока. Суть игры в том, что нам нужно будет предсказывать, как будет закрываться та или иная свеча. То есть игра будет синхронизирована с той или иной биржей, и мы будем бороться за прогнозирование закрытия свеч. То есть вот обычные свечи, как мы привыкли видеть на Binance или на любой другой торговой бирже, закроются они в плюс или в минус. Наша задача — это будет предсказать, и с помощью каких-то NFT-карточек, с помощью какого-то магического усиления мы должны будем помешать своему игроку сделать правильное решение или совершить какой-то ход. Вот. В конце победитель забирает все ставки, которые вы сделали. То есть вы делаете в начале боя ставку, и ваш противник тоже делает ставку. Победитель забирает все, и вычитается из призового фонда комиссия в виде 3%. Сейчас я вам покажу картинку самого геймплея, чтобы вы немного понимали. Вот на экранах вы видите, что есть два игрока, есть свечи, и какими-то магическими заклинаниями мы будем сражаться. Должны будем помешать противнику сделать правильный ход. В последних новостях этого проекта разработчики сообщили, что они будут сотрудничать с Polygon. Кто не знает, это известнейший сайт, посвященный играм, фильмам, комиксам и так далее. Благодаря чему, опять же, по словам разработчикам, благодаря этому сотрудничеству они обещают нам сделать самую низкую комиссию на рынке блокчейн-игр. А комиссия здесь будет браться за все, потому что транзакций будет достаточно много, так как это, в принципе, и будут основные аспекты данной игры. Это будет вызов криптопророка, то есть вашего персонажа, повышение его уровня редкости путем сжигания жетонов через смарт-контракт и так далее. Из активностей, как я уже говорил, разработчики пишут так. CryptoProphecy — это волшебная одноранговая игра по предсказанию цен с персонажами и предметами NFT. Собирайте разных персонажей из криптомира и используйте их магические силы, чтобы получить преимущество на легендарной арене. Достаточно интересно, мне кажется, и данный проект, мне кажется, сможет привлечь достаточно большое количество игроков, потому что здесь все интуитивно понятно и достаточно интересно. То есть не как Valiant Worlds, мы сидим и тупо майним, а процесс динамичный, процесс, ну, вы должны как-то какие-то знания иметь по рынку, чтобы тоже прогнозировать, как закроется та или иная свеча. В общем, достаточно интересно. Давайте поговорим, как работает система вознаграждений за регистрацию. Сразу скажу, все ссылочки будут в описании, чтобы вы не лазили, не искали. Я все оставлю в описании, прямо в отдельном блоке, вы сможете все найти. Что нам пишут разработчики? Чтобы претендовать на получение бонуса за регистрацию токена BTCP, это токен данного проекта, в размере $5 США, новому игроку необходимо будет зарегистрировать свои данные на нашем веб-сайте по ссылке, ссылочка это будет в описании, до запуска игры, который ориентирован на апрель 2021 года. То есть запускать игру разработчики планировали в апреле. Не знаю, успеют они до конца апреля или нет,
Мне кажется, что нет, но тем не менее, раз есть возможность получить какой-то бонус, нужно этим бонусом пользоваться. Сразу нужно сказать то, ребят, что здесь данный проект будет подключен не к ВАКСу, а к MetaMask. Я знаю, что многие из вас не очень любят MetaMask, именно поэтому я готовлю сейчас полное видео по работе с MetaMask, то чтобы осветить все нюансы данного кошелька, чтобы у вас не возникало больше вопросов. Так вот, разработчики говорят, что в первую очередь нам нужно будет заполнить форму регистрации, указав адрес кошелька MetaMask. Если у вас есть кошелек MetaMask, то вам не нужно будет проходить в нем регистрацию, просто нужно будет форму регистрации написать номер своего MetaMask кошелька. Если же у вас его нет, то вам его нужно будет сделать. Далее, адрес электронной почты и имя пользователя в Telegram. Это важно, потому что второй шаг для того, чтобы получить бонус, они просят присоединиться к их официальной группе в Telegram-канале, используя предоставленное имя пользователя, когда вы будете регистрироваться. То есть у вас ваше имя в Telegram и при регистрации должно быть одинаковое. Опять же, ссылочку на официальный Telegram я оставлю тоже в описании, чтобы вы не искали. А третьим шагом они просят оставаться в группе Telegram до запуска игры для того, чтобы получить этот бонус. Четвертый шаг. Создать игровую учетную запись CryptoProfess, используя тот же адрес кошелька MetaMask и адрес почты, которые использовались для первоначальной регистрации. То есть сейчас мы можем зарегистрироваться только для того, чтобы получить бонус. Но как только выйдет игра, разработчики нас попросят зарегистрироваться с теми же данными, которые мы указывали при регистрации бонуса, чтобы они смогли нам этот бонус выплатить. И пятый шаг – иметь подлинного и оригинального персонажа CryptoProfess. То есть это уже будет непосредственно карточка NFT. И просят его хранить в том же кошельке MetaMask, к которому была подключена игровая запись. То есть у вас не должно быть несколько кошельков. При регистрации бонуса у вас должен быть один кошелек. Этот же кошелек мы используем, когда игра запустится. И на этот же кошелек мы должны купить себе того или иного персонажа. Когда все вышеперечисленные критерии будут соблюдены и подтверждены, бонус за регистрацию в размере $5 США будет доступен для использования в игре. То есть он перечислится на ваш MetaMask кошелек. Также разработчики просят обратить внимание, что данные токены не подлежат передаче и могут использоваться только в игре. Таким образом, пока мы не можем говорить о том, что эту валюту мы сможем как-то сливать на биржах. Скорее всего, мы сможем здесь торговать только карточками NFT. Но опять же, эта информация на данный момент такая, возможно, в будущем что-то сможет поменяться. Чтобы играть в данном проекте, вам потребуется подлинный оригинальный персонаж. То есть это непосредственно NFT-карточка или не карточка, я не знаю, как это будет реализовано, данного персонажа. Минимальная цена в данный момент на такого персонажа около $5. То есть, в принципе, этот бонус нам дает не просто так. Они говорят нам о том, что вот, друг, купи за $5 персонажа, а мы тебе бонусом потом отдадим эти деньги в игре. Соответственно, мы сможем играть и ничего не потерять. Поскольку CryptoProfess не является взаимозаменяемыми токенами NFT, покупающий игрок является истинным владельцем и может по своему усмотрению торговать или продавать свои NFT. То есть разработчики говорят о том, что свободная биржа NFT будет, что мы сможем в любой момент продать любой NFT, который нам понравится. Вот, опять же, напомню, что данный проект будет сделан не на ВАКСе, и что продаваться это будет на другой бирже, не на Atomic Hub, а будет прям отдельная биржа. Ссылочку на нее тоже, если хотите, оставлю в описании, чтобы вы смогли посмотреть и глянуть. Биржа достаточно интересная, немножко напоминает то, что я снимал видео «Как создать NFT», вот подобная биржа. В принципе, это все. Такие новости. Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что проект достаточно интересен, сможет привлечь большое количество пользователей. Все ссылочки на официальный Telegram, на регистрацию я оставлю в описании. Напишите, что вы думаете по данному проекту, будет ли вам
интересно в него зайти, будете ли вы собирать персонажей, будете ли вы торговать в данном проекте NFT. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. Всем удачи, всем побольше NFT, всем пока.